Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 9 и 10. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович. Чтение отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверть Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершение программы вы услышите чтение дневниковых записей государственной императрицы Александры Федоровны Романовой.